Продолжаем выпуск. 3 ДТП, 4 пострадавших. Это статистика дорожно-транспортных происшествий на улицах города с начала года. Одна из последних таких аварий произошла в прошлую пятницу. Ролик, где молодого человека сбивает иномарка, за выходные разлетелся по всем социальным сетям. В подробностях случившегося разбиралась съемочная группа МТРК. Пересечение улиц Жамбыла и Букетова. Аварии здесь происходят с периодичностью раз в несколько недель. Одна из последних была в прошлую пятницу, 31 января. ВАЗ и Мерседес не поделили дорогу. В итоге пострадал 25-летний петропавловец. Около 17:30 часов на пересечении улицы Жабаева-Букетова водитель автомашины ВАЗ-2112 99 года рождения с левым поворотом не пропустил со встречной полосы двигающуюся автомашину «Мерседес» под управлением молодого человека 97 года. Уходя от столкновения, водитель автомашины «Мерседес» сбил пешехода, который стоял на тротуаре, пешеходном переходе. В данный момент был собран административный материал. Машина ВАЗ-2112, а также «Мерседес» были выдвинены штрафстоянку. За кадром 9-секундного видео осталось столкновение «Мерседеса» и «Тойоты». В нее первая иномарка влетела уже после того, как сбила пешехода. 25-летнего жителя областного центра на скорой доставили в травматологический пункт 3-й городской больницы. При поступлении жалобы были на ушибы в области тела обоих нижних конечностей. В травмпункте больной обследован, сделаны рентгенограммы, выставлен диагноз. Ушиб мягких тканей поясничного отдела, ушиб мягких тканей обоих голеней. Больному оказана первая помощь и отпущен для дальнейшего лечения по месту жительства. МАЗИ при необходимости физиолечения. И молодой человек снова будет в строю, говорят медики. Вину водителей и их наказание предстоит определить административному суду. Всего с начала года в Петропавловске произошло 3 ДТП, в которых пострадали 4 горожан. Дарья Бушминцева, Рустам Тлеужанов, новости МТРК.